друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем гастроканале «Сладкий персик», и у нас здесь небольшая проблема. Мы вчера с мужем купили арбуз, и он оказался вообще невкусным. Я долго думала, что же с ним сделать, мы уже арбуз и солили, и делали из него мороженое, это прошлогодний рецепт, вы можете, кстати, их поискать. И в этот раз я решила сделать из невкусного арбуза лимонад. Нам понадобится всего 4 ингредиента. Арбуз, свежая мята, лимон или лайм и вода. Вода может быть газированной или не газированной, вообще обычной, какую вы всегда пьете. В прошлый раз мы готовили огуречный лимонад из газированной воды, поэтому в этот раз я решила взять просто обычную питьевую воду. Первым делом берем нашу прекрасную ароматную мяту, хорошенько ее моем и снимаем листочки. Нам понадобятся только они. Теперь мы с вами нарезаем арбуз. Косточки, конечно, максимально нужно вынуть, но если вдруг какие-то попадутся, ничего страшного, они, между прочим, очень полезны. Или, если резать вам лень, вот как мне сейчас стало вдруг лень резать, можно просто воспользоваться ложкой и вот так вот вставать арбузик. Теперь я убираю косточки, те, которые видно на поверхности. Я говорю, если вдруг какая-то маленькая косточка попадется, ничего страшного, мы ее сейчас блендером перемолим, и мы ее во вкусе не почувствуем. Вообще интересно, что раньше считалось, что арбузы нужно покупать только в августе, или даже в конце августа. Вот помните в детстве, да, когда мы были маленькие, нам родители постоянно брали арбузы именно в конце лета. Но сейчас... Так тоже думают многие, но все на самом деле поменялось. Мы вот буквально там пару недель назад были в Астрахани, и там спелые сладкие арбузы начали расти уже в конце мая, потому что погода очень жаркая, там 38 градусов уже в конце мая стоит. И естественно, что в начале июня, в конце мая уже можно есть арбузы. Тем более, что сейчас технологии не стоят на месте, продукты быстрее привозят нам сюда в Поволжье или там в центральный регион России. И поэтому легко и спокойно можно купить сладкий спелый арбуз даже в июне. Арбуз я сложила в глубокую миску. Теперь туда же выжимаем сок одного лимона. Можно чуть поменьше, можно чуть побольше, смотря какой насыщенности лимонной вы хотите добиться. И кидаем несколько листочков мяты. Теперь берем блендер и все это хорошенечко прибиваем. Я использую погружной блендер, просто потому что мне так сейчас удобнее, но можно использовать и стационарный, или даже какой-нибудь измельчитель. Смотрите, наш лимонад почти готов, нам остается только добавить воду. Напомню, что у меня вода обычная, но вы можете взять и газированную воду. Некоторые даже спрайт умудряются добавлять, но мне кажется, что это уже совсем другая история. Процедить лимонад можно, если вы хотите добиться однородной консистенции, но мне очень нравится, когда лимонад с мякотью, поэтому я добавляю воду прямо сюда. Перемешиваем, и можно разливать наш лимонад по графинам. Если хотите, можно добавить немножечко льда. Мне кажется, это очень вкусно, и это отличный способ утилизировать арбуз, если он не совсем сладкий. Потому что, ну, есть невкусный арбуз, но зачем? А лимонад... Самое то, он такой легкий, освежающий, как раз для летней жары. Готовьте, пишите ваши отзывы в комментариях, ставьте лайки этому рецепту и подписывайтесь на мой гастроблог. Всем пока!